6 часов утра в центральных районах температура воздуха составляла от минус 22 до минус 25. В Заречье похолодало до 30 градусов. В южных минус 16, в Вилюйской группе улусов чуть теплее, минус 17. В Нижнеленских от минус 18 до минус 30. В западных районах 15-22 градуса ниже нуля. В Калымы-Индигирской группе улусов минус 6, минус 31. В Янских также минус 26. В северо-западных минус 20, минус 13. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составляла минус 21 градус, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2,5 метра в секунду. Днем ожидается температура от минус 18 до минус 16.